Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер все как всегда. И этот ролик я бы назвал «Я забыл, как играть на сервере Радмир МТА». В собственности, второй, да. Потому что я такую херню натворил за этих три дня, вы просто не представляете. Вкратце, продал бизнес, купил две BMW и Макларен. Поэтому я желаю тебе приятного и просрал где-то около 500 тысяч, полляма где-то, да. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод, который находится в описании ролика. Если ты еще не играл на этом сервере, то вводи мой промокод обязательно при регистрации и получай 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Кстати, промокод уже ввели такие игроки, как The Gamer, Pepsi, Lamos, Lizzie, Григорий, Неко, Даня Вет, Клен и другие. Пацаны, я даже не знаю, с чего начать, чтобы вы понимали всю суть пи***а, который произошел. Ну, прям такой это пи***ц, ну, такой средний пи***ц. Есть такой маленький пи***ц, это так, по чуть-чуть немножечко. Есть такой пи***ц, а есть такой средний пи***ц. Ну, я думаю, вы понимаете, вот. Начнем с того, с чего. Давайте откатимся где-то на месяц назад, да. Был у меня бизнес, да, я его продавал. Сначала по оверпрайсу, думал, может, кто-то заберет. Потом началась как бы разработчики сервера, они же украинцы, сделали то, чтобы бизы не слетали. Если человек не заходит в сеть вроде 14 или 15 дней, то бизнес летает, да. Они вырубили эту систему, чтобы бизы никого не слетали. Ну, потому что ситуация в мире вообще не до игр, как бы вот. Красавчики. Вот. И буквально неделю назад ее врубили обратно. И как вы понимаете, если бизы не слетают, бизы остаются в одних руках, цена на бизы начинает расти. Как я продавал раньше бизнес за 6,5, типа все говорили, типа 5,8, 6 ему цена. Сейчас продают все за 6, за 6,3, где-то так. Но вначале не говорят, типа 6,5. Ну, короче, где-то за 6, за 6,3 можно взять. У меня был бизнес такой, как 12310 выплат. Мы, кстати, в декабре еще снимали этот ролик. Я его называл «Купил бизнес мечты», можете посмотреть. Купил его 25 декабря, получается, за 5,5, 12310 выплаты, находился он возле ЖДЛВ, вот, и решил его продать. Вылаживал, и здесь написал мне один человек, типа, какая цена, я говорю, 6,3. Он такой говорит, давай, типа, ниже, я говорю, ну, 6,2, он такой, ну, блин, если 6,1 продашь, типа, то го. Я такой думаю, ну, блин, мне выше 6 никто не предлагал, типа, деньги уже я накопил на следующий бизнес. Поэтому думаю, но следующий бизнес найти, думаю, не особо сложно будет, поэтому go. Я такой, хорошо, поехали. Я поехал, заехал на ЕГХ, ну и в принципе дальше вы можете посмотреть, как это было. Короче, пацаны, что-то Фастер мне написал, что хочет купить мой бизнес за 6,1, хоть я продавал за 6,2. Но в итоге сейчас моему бизу, который называется Флэки Малибу, тебе привет, если ты посмотришь этот ролик, улетит за 6,1, если он решает у кого-то 200 тысяч. А знаете, куда скорая помощь летит? Нет, не спасать пациента, она летит быстро на ЕКХ, чтобы продать пацану бизнес. Не, ну в принципе нормальная поза для владельца бизнеса. Прямо сразу видно бизнесмен. Еще бы пачку семок, и вообще зашибись было бы. А вот и самая заветная клавиша, добавить в обмен, бизнес, 12310. Оп, и сейчас 6 стола должно упасть. После этого нужно охрану на гелике и деньги перевозить. Пол сервера пришло, сейчас посмотреть на продажу биза. 6100. Ну что, последняя клавиша. Вот так я продал бизнес 6,1 Фастеру. Если ты посмотришь этот ролик, тебе привет. Лучше бы я его тебе не продавал, потому что после него у меня такая череда невезений пошла, что это пи***ц. Вот просто кто-то взял специально, нанял шаманку с Авито или Soul X и просто нашаманил, чтобы я какую-то херню створил в игре. Я отвечаю. Продал я бизнес, да. За 6,1 купил за 5,5 у Флэки. В итоге этот бизнес у меня был 133 дня. По 12310 выплаты на 133 дня это вышло 1 637 230 долларов. Я заработал за все это время, за 130 дней. 0 637. Нормально так. То есть еще плюс за то, что я перепродал. Короче, на этом бизнесе я заработал 2 237 000 долларов. Охрененно, думаю. Ну,
Сейчас куплю на 18, на 20 тысяч выплаты, и будет жир. И будет жир, да. Будет жизнь в ажуре. Угу. Но нет, я купил 2 BMW. Нахер? Не знаю. Играл я как бы... Это, кстати, BMW были до бизнеса. Я хронологию восстановлю, потому что некоторые подумают, что я купил BMW после бизнеса. Нет, я купил BMW до бизнеса. Просто я уже начал говорить за бизнес, и поэтому не хотел. Купил я 2 BMW. Первая BMW это M5 F90 KS. Давайте зайдем в гараж моего дома, который пока что не слетел, как другой. Купил я вот эту BMW M5 F90 Full KS, матовая, на Full KS дисках. Она FT-FT, в ней нету только BD и шторы. На KS дисках, ну такие сколько стоят? Ну 250, 230, 220. Но я взял, я не помню, за 210 или что. Мне просто написал Димон, который Талибас, может его еще помните. Вот. Говорит, типа, КС надо? Я такой, ну давай. Зачем она мне надо? Нахер купил? Я не знаю. Я такой, ну давай. Ну и в принципе, дальше я думаю, вы посмотрите, как это было. Вставочка вроде осталась. Я не знаю, нахер я покупаю, если честно, если я хотел бизнес купить. Да. Я не знаю, зачем я покупаю эту КС. 25, полицейский, заглушка, ЭБУ, радар, нитро, пневмо, рек, страбов, нет, сигнал, полицейский. Ладно, х**, это было не 200, 205. Написал, покупай по оверпрайс, и он сразу согласился. 205 тысяч, пока. В принципе, вот, купил я КС, без понятия зачем, ну пусть будет. И есть еще один такой красивый красный автомобиль. Короче, купил я КС, через 2 или через 3 дня еду на БУ, вижу на БУ стоит вот такая вот тачка. Конечно, это хуйня вообще. Может, ее будешь продавать? Если будешь продавать, пиши сразу мне, я заберу. Я просто хочу коллекцию всех пятерок BMW сделать. А я что-то выше прям вообще влюбился. Чел с Винницы был, у него номера были АВ. Если я не удалил, то я сейчас еще вставлю фоточку, вот. Он говорит, нет, не продаю. Типа, сам делал, один владелец, вся херня. Я говорю, ну продай, он говорит, нет, не продам. Я говорю, ну если будешь продавать, пиши, стучи, звони, приезжай ко мне. Короче, я у тебя ее 100% типа заберу, она слишком охуенная. Он говорит, окей. И буквально мне нужно было подождать один день. Как человек мне написал, типа, нужны деньги, типа, продаю я 60, будешь забирать? Говорю, давай. Он говорит, за сколько? Я вернее, говорю, за сколько? Я понимаю, что хам, сколько там, 80 тысяч стоит, ну, BMW FT-шно еще 30. Но еще внешку я уже не считаю. Он, типа, говорит, ну, типа, чел 80 или 90 предлагал, типа, тыры-пыры. Я говорю, ну, какая итоговая цена? Он говорит, сотка. Я такой, сотку за E60, да? Я такой, ну ладно, типа, уже сотка так сотка, потому что, ну, это охрененный, редкий, эксклюзивный, красивый вариант. Поэтому мы поехали покупать E60. Ладно, за сотку так за сотку. Куда я деньги трачу, я не знаю. E60 за сотку. Да. Спасибо. В принципе, да, хронологию я восстановил. Купил я вот эту за 200 с чем-то и эту за сотку. Вышли 2 BMW за 300 тысяч. После этого я уже буквально через, ну, дней 5 продал бизнес. А теперь начинается самое интересное. Почему ролик называется «Я забыл, как играть на Redmi MT»? Потому что после продажи бизнеса, буквально в тот же самый вечер, я еду на БУ. Думаю, выполнил задание, думаю, я как всегда выхожу типа на БУ. Давайте возьмем E60, покатаемся. Я, короче, ехал на БУ, посмотреть БУ и выйти. Подъезжаю на БУ, стоит... Генный Макларен, который ФТ-ФТ, внешка и внутрянка. Он получается в матхаме. И самое плохое, что не было, это 4 владельца. Но для меня это было хорошо, потому что я бы смог обнулить их и продать подороже. И то я подхожу, спрашиваю цену. Вот такой 400, это самый пи***. Начинается просто, вот просто слушайте внимательно, таким не нужно быть, как я, просто нужно всегда проверять цены. Я говорю, какая цена? Он такой, 510. Я такой думаю, ну, типа, такой себе, можно было бы взять. А, говорю, а сколько владельцев ТРПР? Он говорит, 4 владельца. Я говорю, давай, типа, 460. Он говорит, нет, давай 470. Или сколько, или 480, он говорил. Вроде 470 и по рукам. Да, вроде 470 такой. Ну, давай, пох. Поехали мы на ЕГХ, и я ее, в принципе, купил. А как это было, можете посмотреть сейчас. Добавь обмен денежки, 475. Погнали. А Макларен, да, все верно, произвести сделку,
Подтвердить. Спасибо. 484. Ну что, теперь мы с вами пригубили вот такой вот Макларен. Будем пытаться его реанимировать и продать подороже. Мы же всегда сливали по 400 с... А 500 плюс стоили, которые фэтэшные на цвете. Только или Мадхам, или Хам. Ты что, сотни попутал? Если у нас 100 тысяч, вот это буду. Это да, вот это называется, давно не заходил на Редмир. Надо был мне этот Макларен покупать. Ну надо бы мне был. Чё-то на сотку Чё такое тупое, а? Просто хочу прочекать видос там, где я покупал Макларен и продавал Макларен на разварках. Почём я его взял? Он реально на БУ Макларен 329 тысяч. Я же его никому не впихнул за 475 хотя бы. За которых я купил. А там еще комиссия. И в итоге ебанулся. Ладно, было бы там еще 1, 2, 3 владельца. Но я был 5-м владельцем, и мне 100% нужно было обнулять. И получается, что я поехал, обнулил и продал. А за сколько продал, можете посмотреть дальше. Ну что, на фотке вы видите самого, как бы, главного бизнесмена этого года. Это Вушка, который купил Макларен за 475, радовался, как не знаю кто ж. И смог теперь его продать за 465, тем самым уйти в минус на 20 тысяч долларов и на 100 кристаллов. Бизнесмен. Охуенно. Спасибо. Ну да, в цене не особо потерял, его продал за 465 тысяч, но 100 кредитов это потерял. Короче, лоханулся. Вот, но это не такая же большая ошибка, как я сделал следующую. Ну это не ошибка, я бы сказал, ну, я не знаю, как это объяснить, просто слушать. Искал я бизнес, да, получается. Сидеть без бизнеса такое, потому что куча денег на руках, в районе 7,5 миллионов, или 8, а не, даже где-то почти 8 лямов у меня было, да, и 500 в банке. Я такой, ну нужно купить бизнес, за эти деньги я знаю по ценам, ну, зимы, когда я брал, по ценам лета, что можно взять бизнес где-то на 1017-18 выплаты за эту сумму. Но так как вырос рынок из-за того, что бизы не слетали, вся никто их не продает, а рынок вырос и цены тоже выросли, я в них особо не разбирался. Вот, и где-то неделю я писал по разным группам ВК, писал в игре, типа, куплю бизнес 14-18 тысяч выплаты. Кстати, много видели, как я это делал. Вот, и написал мне один человек, я не буду называть их имени, потому что, ну, это пи***ц, я не хочу, я не знаю, это они плохие, неплохие, ну, короче, все, просто слушайте, не буду ничего говорить, никого оскорблять, кроме себя. Вот, 7 дней никто мне не писал, не выскакивало ни одно объявление, написал только один чел, я искал 15-18, написал один чел, есть 14 тысяч выплаты, я говорю, цена, он говорит 7 и 5. Не, он говорит 7, типа. Я говорю, да не, типа, дорого, вся херня. Давай дешевле. Он говорит, типа, дешевле? Нет. Потом я спрашиваю буквально дней через 5, потому что, ну, кто не пишет, а терять просто деньги на ровном месте. Я бы потерял уже 70 тысяч за то, что я не нашел никакой бизнес. Даже больше. А, говорю, какая цена? Он такой, мне 7.35 предложили. Я такой, охренеть. Он говорит, но сейчас еще чел предложил 7,5. Я говорю, ну давай, если тебе чел предложил 7,3, давай я тебе 7,4 тебе предложу и заберу. Потом он говорит, типа, ну сейчас мне пацан написал по поводу 7,5, если ему не продам, то я тебе, типа, отпишу. Я говорю, окей. Отписывает мне он. Я, конечно, не особо хотел его покупать, я какой вообще не рад был его покупать по такой цене. Но я просто понимал, что другого выбора у нас нет. Я такой говорю, окей, давай завтра зайдем типа в игру, я его куплю. Захожу я завтра в игру. Это было вчера, 11 числа. Захожу утром, это не он продавал, его друг. Захожу, что-то мы мутили. А, кстати, да, вставка есть, зачем буду говорить, посмотрите вставку. Короче, пока продавец едет, я расскажу. Цены подросли просто нереально. Если я раньше продавал свой бизак за 7 лямов, мне все говорили, ты шо, он столько не стоит. Я дропнул до 6,5 миллионов. За 6,5 миллионов никто не писал, все говорили, типа, ему цена 6.
и то предлагали даже 5,7. Потом я скинул до 6,3, и его цена стала 6. Я в итоге продал его за 6,1, как вы знаете, и пошел искать другой бизнес. Ведь зимой, вернее в декабре, в ноябре, в октябре и так до лета, вообще бизов продавалась куча. Вот реально, каждый день заходишь, куча объявлений. А сейчас бизнесов просто нет в продаже. Я уже 4 или 5 дней после продажи предыдущего биза. Это кто у нас такой? А, Литий, вот. Лютый. Я 4 или 5 дней искал просто продавца бизнеса. Если есть, то на 20, который стоит 11. Либо вот этот на 13. Либо уже 12 продают, такой как у меня. Продают уже за 6,5. На этот без, ну, можно сказать, $35 14. Ну, типа, летом Димон, мой знакомый, словил биз. Так, сколько это? Это 7,4. Это пи***. Это такая пи***. Почти 7,5. Не, я в***ю, просто такой бизнес раньше стоил 13,960, он стоил лямов 6,500. Ой, блядь, 7,400, рот, просто за эту х***ю. По сути, их также нет в продаже, но по сути, сейчас вот бизы должны слетать, и будут больше. Ох, х***ю знает, кстати, насчет этого. Он сказал мне 7.30, ему чел 7.35 предлагал 7.5, я не знаю, насколько это правда, может нет. Может, меня просто развели на бабки, но я прям знаю, что меня развели на бабки, но другого выхода нет. Так, где этот бизнес? Пока будем ехать, я вам расскажу. А, вот это хуйня, я понял. А, в итоге, он написал мне, что типа есть бизнес, без 35 долларов, вся хуйня. Я говорю, почем, он скажет, типа, предложи, тыры-пыры. Я сначала отказался, бы подумал, что найду другой бизнес, да? Вот, но я не нашел. И то я ему написал, мне сказал, мне предложили 7.35. Хотя летом за 7.35 можно было взять уже на 15-15-500 выплаты. А сейчас ты берешь за 7.4 просто 13, ну почти 14. Даже летом мой знакомый, я не договорил, продал 14.500 за 7 лямов. А потом его бизнес продали что-то за 6 или за 6.5, ну что-то такое. Но это летом, да, цены подросли вообще жестко. Не, я к чему веду, что чел мне сказал 7.4, да? Ой, 7.35 пацан предложил, я говорю, давай типа 7.4, типа мне продашь, типа. Говорит, мне там чел предложил 7,5, вот если он, то если он откажется, то я тебе типа продам. В итоге вот этот его друг приходит, говорит, не, давай 7,450. Но это уже наглость, типа 50 тысяч на ровном месте, типа накручивать. И он еще ушел, я, конечно, не осуждаю, но он просто ушел еще. Ну я спрошу, если что, напишу. Он типа хочет написать, если я ему типа соврал, чтобы я ему еще бабки-то платил. Это уже, мне кажется, высшая степень наглости. Зачем я сюда приехал? Это ж не мой бизнес. Вот моя х***а. Два ангара, здесь чисто покраска, здесь рихтовка, здесь чисто внешка собирается. Мой автосервис. Предприятие KFC на рубле. KFC, да? Понимаю. СТО Эвена подписать. А этот бизнес зачем я купил? Если ты говоришь, что это говно, зачем ты его купил, да? Сразу разъясню. То, что дни идут. Рынок растет. То есть, можно сказать, я взял, вложил эти деньги, чтобы они не потерялись, чтобы я просто тот бизнес, который у меня был, даром его не продал, и купил этот. Этот же все равно стоит больше, он будет приносить денег больше, и мне кажется, пока рынок упадет, либо он не упадет, ну, с бизнесами очень редко такое бывает, чтобы рынок падал, вот. Поэтому этот бизнес вряд ли в цене упадет, но максимум до 7 он упадет, я просру там 400 тысяч, но пока он упадет, мне уже придет как бы доходу с этого бизнеса, сколько, 14 тысяч. Это второе, и если я буду тупо сейчас сидеть вот так, искать самые выгодные предложения по бизнесу, мониторить рынки, идет там неделя, две, три, и я просто сру доход за то, что я вот сейчас купил бизнес, я за эту неделю могу там заработать энное количество денег, и что я не буду его искать, я не заработаю денег, и бизы еще станут дороже. Так что это, можно было сказать, вынужденными. Я уже был готов отказаться, и надо было это сделать, Эван, просто сразу. Не нравится, надо нахуй и просто идти искать другой бизнес. Но нет, я думал, все-таки, ладно, сейчас ему напишу и куплю. Купил. И теперь самое главное, просто кульминация этого ролика, почему я как бы забыл, как играть на Redmire. Да. После того, как я купил бизнес в
в принципе, как и у всех в жизни, наверное. Ищешь, 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 ничего нет. Как только что-то нашел, такое хреновенькое, но нашел, сразу появляется куча. И все верно. Только я купил бизнес, и буквально через часа три появляется на рынке 18 тысяч выплаты, 17 тысяч выплаты, 16 тысяч выплаты, куча 15 тысяч выплаты. А тупо когда я искал, его не было. Окей. Вы можете сказать, Аван, а в чем проблема продать его? Проблема-то есть, что за 7,5 не все хотят покупать, потому что они говорят, типа, докину там еще 500 тысяч лям и уже возьму там на 17, на 16 тысяч выплаты, типа, на 14 не нужно. И я понимаю, что я немножечко переплатил из-за того, что ничего не продавалось. И, короче, я думал сейчас купить новый бизнес, тыры-пыры, но чел просто продавал бизнес за 8, потом за 8,5, сейчас 8,7, а может там через полчаса, как этот ролик выйдет, какие полчаса, через 3 часа, как этот ролик выйдет, он будет уже 9 стоить, я не знаю. Сейчас у меня есть один покупатель за 7, это так, чисто чтобы по-бырому слить. Но тогда я, получается, на ровном месте всру полляма, что мне не особо хочется. Поэтому, если кто-то из моих зрителей может купить, хочет купить бизнес на 14 тысяч выплаты, я могу предложить им свой и продать. Ну давай, типа, так же 7,5 с торгом, типа, я могу скинуть там 100-200 тысяч, если вы реально заберете. Буду вам очень благодарен и очень признателен. А чтобы связаться со мной, ссылочка есть в описании. Если хотите, можете забрать другой. Ну так, кстати, если у вас есть какие-то приложения, обмен с ДП, тоже пишите в ВК, будет интересно. И то как-то так. Я надеюсь, в следующей серии мы продадим этот бизнес и купим какой-то второй интереснее. Ну, либо заснимем ваши любимые номера по $250. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Подписывайся на канал. Нас уже 4000. Дальше больше. Всем спасибо, кто поддерживает меня. Лучшая поддержка от вас — это лайк и комментарий. Давайте соберем на этом ролике 60 лайков, и следующий ролик выйдет как можно быстрее. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Нажимай обязательно на колокольчик, чтобы всегда смотреть их первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.